28 декабря 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине плыли девушки и юноши Ивантеевской детско-юношеской спортивной школы. Открытое первенство по плаванию «День спринтера» собрало в Фоке Олимп 147 участников 2005 года рождения и старше. В итоге лучший результат среди девочек 2005-2006 годов рождения показала Катальницкая Анна. 40,6 секунды. Среди мальчиков 2005-2006 годов рождения быстрее всех проплыл Бандик Платон. Он одолел 50-метровую дистанцию за 37,15 секунды. Лучший результат среди девочек 2003-2004 годов рождения – 38,45 секунды. Его показала Ситникова Дарья. Среди мальчиков – Ветряк Андрей, который преодолел дистанцию за 32 секунды. Ну а победителем среди девочек 2002 года рождения и старше стала Поповская Ксения с результатом 30,91 секунды. Среди мальчиков 2002 года рождения и старше Рычев Игорь. Его результат 28,37 секунды. 4 января в Фоке Олимп прошел новогодний турнир по футболу «Снеговик-2014» среди учащихся 2002-2003 годов рождения. В соревнованиях принимали участие команды городов Ивантеевки, Пушкина, Щелково. Всего 88 человек. Команда Ивантеевки заняла первое место. Лучшими игроками признаны вратарь Аракишвили Константин из Щелково, защитник Медведев Леонид из Пушкина и нападающий Смирнов Денис из Ивантеевки. Открытый блиц-турнир Ивантеевки по шахматам прошел 5 января в Олимпе. В нем приняло участие 27 участников 2006 года рождения и старше. Призерами стали Малышкова Светлана, Шагаев Владимир, Денисов Илья, Баулин Дмитрий, Некрасов Иван, Булгакова Екатерина, Лебедева Полина.